Бельческий конкурс Emporium Music Fest уже подбирается к своему логическому завершению. У нас на носу последние отборочные туры перед полуфиналом и финалом. Обстановка накаляется с каждым днем. О том, как выживают молодые артисты в такое напряженное время, расскажет Настя Макоста. Конкурс Emporium Music Fest проходит уже во второй раз, и каждый раз талантливые участники поражают жюри. Восхищаешься сильно, либо потом идешь судорожно учиться петь, потому что тебе кажется, петь вообще не умеешь. В этом году талантливые музыканты вновь получили шанс показать себя. Второй фестиваль принес новые имена, замечательные музыканты. А еще все участники стараются выделиться и запомниться. Поэтому конкурс – настоящий праздник для музыкальных гурманов. Там можно услышать выступления практически во всех существующих стилях. Стиль – это, наверное, такой R&B. Сегодня прозвучит музыка в таком интересном стиле, который называется Jazzy Lounge. Но сегодня будет много фанка, соло. Невероятно, но факт. Не все музыканты заявились на конкурс ради победы. Причины для участия на самом деле у всех разные. Возможность себя показать, в первую очередь, свой проект. И прежде всего общение с замечательными музыкантами. Новые музыканты, интересные жюри. Да ладно, лукавят, наверное. Ведь в глубине души все ребята мечтают вытянуть счастливый билет и выиграть главный приз – поездку на джазовый фестиваль в Швейцарию. Настя Макоста, Марина Кашназарова, про новости.